«Свой среди своих». В Ульяновске открылась выставка «От Обломова к обрыву. Прогулки с героями». Строки двух великих романов Ивана Александровича Гончарова давно отпечатались в сознании русских людей. В этом году экспозиция в историко-мемориальном музее писателя проходит под знаком юбилеев. Она приурочена к 160-летию романа «Обломов» и 150-летию романа «Обрыв». Музей Гончарова подготовил особую программу к этим знаменательным датам. На выставке представлены материалы из фондовой коллекции музея, которые никогда ранее не экспонировались. Центральное место здесь занимает картина ульяновского художника Аркадия Ефимовича Ягудкина «Свой среди своих. Посвящение Ивану Гончарову». В ней художник, большой поклонник творчества Гончарова, изобразил писателя. Большое значение в экспозиции имеют также иллюстрации Петра Наумовича Пинкисевича, которые были переданы музею в прошлом году. Чуть больше года иллюстрации Пинкисевича не демонстрировались в экспозиции. И вот сейчас, вот к юбилею романов Гончарова, мы решили показать иллюстрации Пинкисевича. Очень интересные, очень оригинальные, очень нежные и очень отражающие вот какую-то грань гончаровского творчества. И мы не только показываем иллюстрации к романам «Обломов» и «Обрыв», но также четыре работы к роману «Обыкновенная история». То есть нам захотелось познакомить полностью с этой коллекцией. Прогуляться с героями романов Гончарова посетителям поможет интерактивный путеводитель с изображением персонажей из произведений великого писателя.